Максим, привет. В общем, посылаю тебе два файла с этой песней «Не спеши». Один файл я написал ноты в Guitar Pro и перевел в ми-минорную тональность, чтобы определить более качественно аккорды. Не знаю, если получилось или нет, потому что аккорды там сложные. Просто могут быть трезвучие, но я попытался, я больше сделал по слуху, опираясь, конечно, на ноты, как ты говорил, на басы. А второй файл — это то, что я пытаюсь сделать в ми-миноре, так как ты посоветовал, потому что я посидел в ре-миноре, попробовал, тяжело, но в ми-миноре, честно говоря, сейчас и не легче, потому что триоли идут. Соль заканчивается, и мелодия опять начинается с соль, то есть там как бы опять-таки получается все равно для меня мелодия низкая и не выходит. Но тем не менее ми-минорная тональность должна быть удобнее играть, и я считаю, что лучше удобнее играть, чем неудобней. Вот, в общем, пока так, надеюсь, что правильно сделал. Ну, до скорого.